Вот. Добрый день. Давай накладывай на память. Прячься. Закройся вот так. Давай накладывай персики. Стоп. Вот молодец. Добрый день. €2. Томатный, да? Нет. Вон, возьми без сахара. А что без сахара? Вот. Зеленое яблоко? Вот, зеленое яблоко возьми. Или кока-колу. О, давай возьмем кока-колу. Вот, кока-колу. Угу. Дайте кока-колу. Вот она как раскладывается. Вот так раз. Вот. Десерт по черногорски. €2. Хвала. Хвала вам. Вот это называется мармелад по черногорски. Стоит €2. Хоп. Классика, видели? Взяли рыбку вот такую большую, да? Вкусная, отличная. Типа вот, две порции. И заплатили. Что же то? Мелочь. Начинаем ужин. Ну что, продолжим. Вот у нас сейчас обед. Быстренько рассказываю, как можно сделать за 4 евро на двоих. Берем в магазине. Мяско представим. Такую вот штучку. Три штучки. Они стоят 2,5 евро. Пару шашлычков. Это тоже где-то около 1,5 евро. Салатики свежие, помидоры, конечно, все отлично. Перчик отличный, лучик, все лучок. Хлебушек такой местный, хороший. И картошечки, ну это фри, это уже такое для этого. И все это у нас получилось, я скажу так, где-то 4 евро. Все. 4 евро и это обед. И не надо никакие рестораны. Вот так можно питаться в Черногории. Так, вот это у нас обедик такой. Это вот плескавица. Пару шашлычков. Салатик, вы видите. Все это. О, отлично. Картошечка. Вот она такой. И это все у нас ушло. Сколько? 5 евро. То это нам целый день. Вот так вот. Вот здесь жарится наше обеда. Давай, взяли мясо. Сколько там стоит? Плескавица. Плескавица и кишлычок. Заплатили €2. Отдали вот эту канитель. Вот он пожарится. Бесплатно, да? Да. Ну, добро. Все, обед готов.